Новгородская область вместе с соседними регионами готовится принять удар стихии. Синоптики предупреждают о приближении целого букета неблагоприятных погодных явлений, среди которых снег лишь меньшее из зол. Снег с дождем несет с собой теплый атмосферный фронт с юга. Он испортит погоду сразу на всем северо-западе, от Калининграда до Кольского полуострова, Вологды и Республики Коми. Первую свою порцию осадков уже получила и Новгородская область. Гололед на трассе М-10 утром усложнил дорожную обстановку. Фуры буксовали и не могли преодолеть даже маленькие горки. Сейчас ситуация разрешилась, но метеорологи предупреждают, это только начало. К вечеру осадки усилятся. Не исключен ледяной дождь и налипание кор на линии электропередачи. Энергетики уже переведены в режим повышенной готовности. Спасатели напоминают об элементарных правилах безопасности в таких условиях. Водителей просят соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на дорогах. Не стоит оставлять машины под большими деревьями и массивными конструкциями. Это же относится и к пешеходам. Гулять и стоять под такими объектами может быть опасно.